Команды СКА «Звезда», так это вот как защитники цепляются за шайбу на синей линии. Действительно, как церберы прям впиваются в нее. Сейчас опасная контратака, бросок, поворотом, и это гол! В Искубин Арсений возвращает своим товарищам по команде преимущество в две шайбы. Юдин Сергей потрясающий. Просто процент отбитых бросков 91,67. Еще одна шайба залетает в ворота. Это в Искубин Арсений делает, по-моему, дубль сегодняшней встречи.